Доброе утро, друзья, страна. Мы сегодня опять в поездке с Сергеем. Работаем потихонечку. Что-то солнце было-было, куда делось? Спряталось. За гору? За гору, Маринка. Так было красиво сейчас. Нет, она выше, вон оно же где. Вон оно. На горе. Она сюда. А, ну да, еще не спустилась, не поднялось. Всем счастливо на сегодняшний день. Это твоя порция. Ой, ничего. Здравствуйте. Время 9:30, у нас небольшой перекус. Чаек попьем. А то как-то тяжело. Заходишь в магазин, а там пироги. Вкусняшки, кстати. Вкусняшки. А обедать еще не скоро. Где-то, наверное, 12 в час. Ногу не нарвай. Хоть. Ой, горяченький. Бутерброды у нас. А на улице мороз. Сергей надо мной смеется. Еду и делаю зарядку для лица. О, от морщин, от брылей. Ему все смешно. Мне напоминает ту королеву майонеза-то. Наворачивала. Вот в ТикТоке видел, но у нее тут все в майонезе. Тебе еще чай налить? А я еще хочу. Вкусно. Одна улица, деревушка. И строят дома этим, а или баня? Ну это с мяса, вернее. Дети уже выросли, они заботятся о том, чтобы дома вернуться когда-то в деревню опять. В старости. Вот они и строят. Привет, Бобик. Ой, пахнет, как будто парятся веничками. Деревня в лесу. Далеко от трассы. О, концерт у них тут. Обалдеть. Так, что у нас сегодня тут купят? Ну что, друзья,
Мы уже дома, Сергей, уже вечер. 7 часов доходит. Сегодня съездили в МИАС. Я вот немножко вам поснимала. А потом нечего было снимать. Везде бегом, 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 бегом. То обед, то где там в магазинах надо было успеть. Некогда было даже телефон включать. Поужинали. Всего что-то у нас остатки. И салаты по-флотски, и лапшичка маленькая была на балконе. Короче, еще доедали. Я думала, пельмени долепим. Какой там. Устали что-то, устали. Мясо от нас далеко. Вот весь день с 5:30 на ногах. Еще обратно выехали с мяса, ребят. Остановились на стоянке и оба раз и уснули. 30 минут спали. Солнышко так светило. А то прям просто сил не было уже. Вот поужинали, посуду мою. И как всегда сейчас мы после ужина никогда не садимся, не ложимся. Сейчас еще надо размотаем ноженьки свои, сбегаем на работу. Еще там все закрыть, все посмотреть надо. В свой цех. Короче, все проверить. Столько посуды с рейса. Все эти, вот эти чеплашки, эти термосы. Так не люблю мыть. Ну что, завтра хочу убраться. Среда. Дома все надо вычистить, протереть. Вчера нельзя было. Семен только уехал. Сегодня вот некогда, а завтра надо убраться. Потому что там неизвестно, куда что меня понесет. Так что сегодня коротенькое видео. А хочу вам в конце сейчас включить видео из летнее, короче, из лета. Чтобы вы посмотрели на моих пчелок, и немножко у вас настроение поднялось, кто грустит. Это мы в горах, в Энзере. Ну, от нас это где-то 300 километров, наверное, в горы башкирские, уральские. Вот. Там цветет липа, это мы ездили с пчелами на липу. Ну, вот немножечко я вам сейчас включу, чтобы вы посмотрели. Давно хотела, все ждала момент. Так что добро пожаловать из зимы в лето. У кого холодно, согрейтесь. Все. А я? Чё я? Мы пошли собираться. Всем всего хорошего. Всем всего, всего доброго. Друзья, пишите. Буду отвечать по мере возможности. Спасибо, что смотрите. Всех целую. Пока.